Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Тексас, и специально для сайта StarLadder TV я беру интервью у игрока команды-победителя Ставрополь Dota Куб. Привет, Филипп. Для начала расскажи, как дела у твоей команды после победы на турнире. Всем привет, очень рады моя команда, то, что мы победили. Ну, не буду от греха таить, мы всегда побеждаем ставропольские турнирчики, так что это было вполне ожидаемо для нас. Поэтому все, как обычно, рады, все счастливы. Ну, в принципе, все. Расскажи подробнее о победе на турнире и как оцениваешь игру соперников. Ну, выступили мы, в принципе, как всегда, хорошо, но это скорее уже не от того, что мы хорошо играем, а то, что скорее наши противники были не особо сильными, скажем так. Ну, в принципе, ставропольская дота, она как с сильными коллективами не славится, это очень обидно, потому что команд много, а общий скилл как бы игроков на таком уровне игры, то, что хотелось бы, конечно, большего. И поэтому игры победы очень легко даются. Ну, как это наша корова, мы ее доим, как говорится. А команда это сыгранный стак или вы собирались миксом, чтобы выиграть этот турнир? Ну вот именно в таком составе мы этот чемпионат играли первый раз. А вообще нас в команде именно как в устоявшемся составе 4 человека. И то командой назвать нельзя, мы просто как бы друзья. И когда какой-то ланчик где-то организуется, мы собираемся, идем, играем. А так вот нас в принципе четверо, и у нас всегда проблема плюс один. И у нас каждый турнир всегда новый плюс один, так сказать. Вот. Так что стабильных 5 игроков нету, к сожалению. А помимо Ставрополь Куба, в последнее время были победы на каких-то турнирах? Ну, раньше, во времена былой молодости, так сказать, ну, выезжали по СКФО, то есть там Краснодары, Ростовы, Пятигорские и так далее. Ну, тоже какие-никакие ланчики проводились, а именно как за пределы края нет. Ну, в онлайне тоже особо так не светились. Часто ли вы тренируетесь с командой или больше уделяете время на поднятие личного скилла? Когда намечается турнирчик, то собираемся вместе, катаем кланварчики, а так в основном пап, не пап, просто поддерживаем, так сказать, форму. Ну, из-за того, что как уже не маленький, так сказать, и тяжело совмещать и у кому-то и учебу, и работу, и все это вместе с дотой, это очень тяжело. И вот у нас, допустим, вообще трое человек, мы уже как работаем, и у некоторых работа кончается там в 9, в 11, то есть, а это самое, как сказать, время, когда уже кончаются, да, все там фасткапы, старладеры и прочее, и поэтому просто играть не получается и развиваться, поэтому кто как может там соло в пабе тренируется, ну вот, в принципе, и все. Кстати, а какой у вас средний ММР и возраст в команде? Ну, средний возраст у нас 22 пусть будет, вот так вот. Ну, у нас все как бы 23+, а один у нас есть индивидуум в команде, и он еще школу даже не закончил. Средний ММР, ну, все мы 5500, где-то так. Есть у нас один индивидуум, у него там 6200. Вот. Ну, мы к нему стремимся, такими же сильными стать. Как ты считаешь, у твоей команды большое будущее? Чтобы просто как говорить о будущем, этим надо прям заниматься дота, и, ну, не просто на уровне паба и вот ланчиков городских, надо куда-то выезжать, надо где-то в онлайне постоянно светиться, играть. И вот уже как выше сказал, то, что, ну, не получается из-за работы, учебы и так далее. Как минимум не получается вместе всем собираться часто играть. Вот. А пока что, ну, на протяжении, там, не знаю, скольки лет, идти любой ставропольский чемпионат, который проводится, мы идем и побеждаем. Вот пока нам никто конкуренцию не составил, не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, скорее плохо, потому что, как всегда, хочется сильную доту поиграть. Все удручающе в Ставрополе, если можно так сказать. Жалко, что мы не какая-нибудь Москва, не знаю, или такой, ну, какая-нибудь столица. Там, как у нас с этим все тяжело, с киберспортом, хотя отдельное спасибо все равно хочется сказать людям, которые этим хоть как-то занимаются, и мы хоть что-то имеем. Это уже очень приятно. Ну и кому напоследок хотел бы передать приветы? Передаю приветы всем моим друзьям, всем нашим ставропольским фанатам. Нас на самом деле много кто знает, мы как аксакалы ставропольской доты. Вот, ребята, всем привет. Отдельный привет хочу
передать одному из лично моих главных фанатов, это Миша. Миша, я знаю, ты посмотришь, послушаешь. И мне очень приятно, что ты за нас всегда болеешь. Ну, также своим всем тиммейтам. Это Диме, Кости, Коле, потом Грише. Короче, всем. Новому нашему тиммейту, вот, который за нас играл этот чемпионат, это Лёша. Лёша, тебе тоже большой привет. Вот. Ну и вообще, в принципе, всем. Мы всех любим. Надеюсь, вы любите нас тоже. Спасибо Филиппу за уделенное время. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на мои социальные сети. Ссылочки в описании. С вами был Тексас. Пока!